Я приветствую вас на канале Мамина Пекарня. Сегодня приготовим вкусные кабачковые блинчики с мясом. Для начала порежьте мелко репчатый лук и обжарьте его вместе с фаршем. На растительном масле обжариваем лучок. Отправляем сюда же фарш. Не забудьте добавить соль и перец. Мясо готово. Теперь займемся тестом для наших блинчиков. Натрем на крупной терке кабачки. Из кабачков нужно отжать всю лишнюю жидкость. Сок кабачков нам не нужен, убираем его и будем готовить тесто. Возьмем 2 яичка, 'сметану или майонез 3 столовые ложки или 100 грамм, 2 зубчика чеснока, натертые на терке, 1/2 чайной ложечки соли, 1/4 черного перца и 1/2 чайной ложечки куркумы. Добавляем по вкусу. Мне нравится, как меняется цвет. 1/2 чайной ложечки особо вкус не изменит, не повлияет, но блинчики будут более красивого золотистого цвета. Теперь нужно хорошо все перемешать. Теперь добавим сюда 100 грамм муки и начинайте разогревать сковороду с растительным маслом. Заранее натрите сыр на терке. И для сочности, и для красивого вида нарежем помидор кружочками. Можно использовать красный, хотите желтый, а можно обойтись и вовсе без помидора. На разогретую сковороду выкладываем кабачок тонким слоем, распределяем по всей площади сковородки. Старайтесь, чтобы не получилось толстого блинчика, потому что он может не пропечься. Разровняли и накрываем крышечкой буквально на 2-3 минутки. Блинчик прихватился, и теперь мы его перевернем. Готовим на самом медленном огне. Теперь на 1/2 выложим сыр, мясной фарш с луком, помидор для сочности и снова слой сыра. Снова все накроем крышкой и подождем 2 минутки. Блинчик поджарился. И теперь нам нужно очень аккуратно накрыть 1/2 второй. И можно еще 1 минуту подержать под крышкой.
Готовый блинчик выкладываем на тарелку. У меня уже вторая порция на подходе. Вот так будет выглядеть порция блинчиков из кабачков с мясом, с сыром и свежим помидором. Я решила подать их со сметанкой. Приятного аппетита, до новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и я буду для вас стараться.